Магазин «Лента». Все для Пасхи. Куличи. Это еще скидка 499. Свящие куличи. 26% скидка. Вот такие праздничные, освещенные уже. Да. Со скидкой. Что еще? Это что? Для чего? Это яйца, наверное, ложить. Ага, корзинка, да? Набор пасхальный. Сувенирчики. Заяц почему-то. А, кстати, Китай. Цыплята. Наборы для кулича. Киндер-сюрпризы. Салфетка. А, это такая салфеточка, да. Эти тарелочки для яиц. Со скидками 55%. Да, скидки, конечно, реальные, ну и цены тоже. Ну вот велосипеды. 10 тысяч. В принципе, это цена. А, вот 50% скидка, да? А где для него? Вон они, только маленькие. Так-то бы 19 тысяч стоил. 10 тысяч. Недорого велосипеды-то, да? Вот эти вот недорого, кстати. Детские. 8 тысяч велосипедик. А так бы 15 499. Дачные принадлежности для дачи. Набор для пикника. Бассейн, что ли? Подложка для бассейна. Подложка только. Сами-то бассейны тут я не знаю. А вот надувной. А вы тогда почем купили? За 2300? А вы дешевле купили, да? Они возвращаются. До 25 мая 2022 года получайте стики с семенами за покупки в ленте. Покупайте наборы с теплицей или настенное панно всего за 399 рублей. Вырасти с лентой. На всех бесхозных пакетов, свертков, сумок и других предметов. По акции вот такие кресла для дачи, для дома. Лежак. Вот вам нужно. Лежак. Нам нужно, да? Лежать. Стульчики. Пластиковые кресла. Сейчас луковичные продают.
Так, лента. Песок сахарный 78. Мука 2 килограмма 64 рубля. Общего назначения какая-то мука. Вот соль вот есть. Соль по 11 рублей, по 10 рублей. Соль. Так, ну вот крупы. Рис, конечно, дорогой. 120 рублей, 169. Ячменная. Пшеничная 39. Пшеничная 38. Кукурузное пшено 64. Что тут еще-то есть такого подешевле? Манная вон 49. Я часто манкой используюсь. 49. А гречневая нету, да? Вон греча. 126. А, 126 греча. Дорогая греча-то. Однако. И рис 86. И рис тоже 86. Да-да-да. 229. Полтора килограмма. Дорого, дорого, дорого. Макаронные изделия. Что у нас тут? 74. Лента. Вот вам и лента. 400 грамм 39 рублей. Спагетти. Моя цена. Отличная цена.